Я рад вас всех приветствовать, дамы и господа, с вами снова я, Александр. Сегодня я вам расскажу о люльке, которая просто даже внешним видом меня просто удивила. Очень интересно выглядит люлечка. Изучать мы с вами сегодня будем люльку вместе с базой. Это все продается отдельно, база из Zafix и люлька. Но покажу вам комплектом, потому что так лучше всего покупать. Это не дешевый продукт, это уже премиум сегмент. И поэтому, если уже вы хотите максимальный уровень безопасности ребенку обеспечить, то лучше приобретать с базой Zafix. Поэтому сегодня я буду рассказывать, как комплект с базы. Но держите в голове то, что вы можете купить ее и без базы. Если, например, захотите на переднее сиденье поставить, можно будет это сделать без базы. Maxi Cosi Coral. Сегодня мы с вами будем изучать вот этот вот трансформер своего рода. Ну, я имею в виду, внешне он так выглядит. Люлечку. И база Family Fix 3 версии. Сегодня у нас на обзоре. Сразу хочу обратить ваше внимание на внешний вид. Посмотрите, как она выглядит. Эта люлька сделана таким образом, что сделан каркас просто для люльки, а сама люлька находится внутри. Давайте я вам покажу, как это работает. Вот, чтобы, например, не таскаться вот с этой люлькой. Вот эти люльки, они всегда тяжелые. Вот отдельно эта часть внутренняя, где непосредственно сам ребенок лежит, она намного легче. И получается, что если вам транспортировать вместе с ребенком, ну вот спит ребенок, вы приехали домой, можно вот так вытащить вот этот элемент и пойти, соответственно, вот таким образом с ребенком. Вы пришли в машину, просто вкладываем, щелчок, и начинаем ехать. Сейчас она развернута по ходу движения, чтобы вам просто было видно. Вот. Но эксплуатировать нужно, естественно, против хода движения. Сейчас мы с этим разберемся с вами. Давайте про безопасность. Здесь прекраснейшие оценки на Адаке. Очень высокий уровень безопасности у нас получила эта моделька Maxi Cosi Coral. И поэтому, естественно, можно доверять ребенку. Единственное, вот порекомендовал бы все-таки с базы приобретать, не потому что это вот магазину выгоднее там это делать, потому что это улучшает характеристики по безопасности, это в конце концов жесткое крепление к кузову автомобиля, и вы избегаете возможность неправильно ее установить ремнем. Очень часто родители допускают ошибки при креплении, как-то невнимательно, в попыхах. Здесь это исключено. На самой базе здесь есть элемент электронный, который будет вам пикать, если вы что-то сделали не так, сигнализируя, и красным цветом будут гореть нужные лампочки, что там-то вы сделали что-то неправильно. Здесь, получается, мы избегаем полностью такой возможности поставить ее как-то неправильно. Поэтому, если есть возможность, вот таким комплектом вы обеспечите просто максимальный уровень безопасности. Плюс оценки на Адаке, естественно, здесь прекрасные. Что касается комфорта, сразу хочу подметить. Я что старшего ребенка, что младшего, большую часть времени, вот первый год жизни провозил в люльке Maxi Cosi. И в Maxi Cosi, почему именно я останавливаюсь именно в ноль категории на этом бренде, на мой взгляд, используются всегда прекрасные материалы, просто прекрасные материалы. И анатомически, вот вкладыши, сам каркас, все сделано настолько правильно, что ребенок очень круто и комфортно там лежит. И, на мой взгляд, почти эталонная практически посадка у новорожденного ребенка, вот первый год его жизни, здесь вот будет самым-самым правильным, как по мне. Есть, конечно, крутые конкуренты, которые сделаны тоже прекрасно. Но я лично свой выбор сделал в пользу Maxi Cosi. И вот сейчас вот эту интересную новиночку я, конечно же, хочу вам и показать. Ткани очень хорошие, всегда вот подушечки, особенно вот эти вот вкладыши, очень приятные, тактильно, гипоаллергенные материалы. Вот этот вкладыш, вот этот внутренний вкладыш, который вот мы видим серый, он у нас как бы от 40 до 60 сантиметров используется. Когда мы уже чувствуем, что ребенку тесновато, эта часть отсюда вынимается без проблем. И мы тем самым освобождаем кучу места еще для ребенка. И чтобы вы не подумали, что вот этот вот внутренний вкладыш, где непосредственно сам ребенок лежит, вот эта часть люльки, она меньше, чем отдельная люлька, где этот вкладыш не вытаскивается, это абсолютно не так. Здесь каркас сделан здоровенный, и люлька полноразмерная абсолютно, как и другие модели других компаний, у той же Maxi Cosi. Поэтому с местом здесь все очень хорошо. Ткани, кстати, запачкали, можно при 30 градусах постирать, обратно одеть, и все будет хорошо. В общем, по посадке сразу 5 баллов из 5. Мое личное мнение, никому не навязываю, я могу смело поставить этой модели. Соответственно,
Давайте посмотрим, как пользоваться, как крепить. Сейчас посмотрим непосредственно, как это делается на базе. Как вытаскивается люлька, я вам показал. Здесь нажимаются вот эти две кнопочки, она стегивается и понесли. Чтобы поставить в базу, нам нужно, соответственно, установить базу. Давайте я сейчас это же и сделаю. База элементарно, два щелчка, как обычно, на изофикс все это делается. Защелкнули. Упор в пол сдвинули, и он, соответственно, упирается в пол. И у нас везде появится зеленая индикация на базе, говорящая о том, что мы все правильно сделали. Задвигаем, чтобы вот эта вся часть уперлась в сиденье. Таким образом мы достигаем максимальную жесткость крепления. После чего мы берем просто люльку, приходим в автомобиль. И как мы можем ошибиться? Просто никак. Просто ставим. Сейчас, секундочку, не туда, вот, все. Все, она просигнализирует о том, что вы поставили правильно, появится зеленая индикация. Сейчас вы еще слышите пиканье, потому что упор в пол, здесь мне некуда упереть, это же не автомобиль. И еще одна красная зона подсвечена, что мы еще не все правильно поставили. Соответственно, все, вот так вот поставили и начинаем свое путешествие. Так, козырек у нас большой, нормальный. Вот козырек, это вообще многие недооценивают. Очень важная в машине вещь козырек, потому что особенно по вечерам солнце низко, или утром, или в том же Питере всегда солнце низко, и солнце слепит ребенка. Поэтому вот козырек здесь реально играет правильную и нужную роль. Если он не нужен, просто берем его и снимаем. Вот, собственно, вот так это все крепится в автомобиле. Чтобы отстегнуть, здесь у нас есть снизу на базе две кнопочки. Нажимаем, видите, она отстегнулась. Сейчас я уберу базу. Тоже отстегивается, видите, элементарно. Это вот такая вот интересная штука у нас. Здесь есть батареечки, которые периодически нужно будет менять. Но с одним ребенком навряд ли придется менять, потому что они надолго хватает. Может быть, на втором ребенке, если будете дальше эксплуатировать, придется поменять батарейки. В общем, сейчас покажу, как это все делается без базы. Люлька. Ремнем вы можете ставить и на переднее сиденье. Ну, естественно, там подушки все эти нужно отключить. Вот, берем, ставим в автомобиль, берем наш ремешочек, максимально его желательно высунуть. Нижняя часть ремня, которая идет снизу сиденья, просовываем специальные направляющие. Вот они здесь, вот так вот. После чего нам нужно застегнуть. И верхняя часть ремня, она проходит у нас у изголовья в кресле. Вот здесь, вот смотрите, отсюда вам виднее. Специально есть направляющий фиксатор ремня. Проводим там ремешочек. Все, вот таким образом. После чего берем и вот таким образом в обратном направлении натягиваем всю конструкцию, чтобы все ремни были натянуты. Вот таким образом у нас она будет установлена правильно. И можно ездить без базы. Но есть вероятность установить неправильно. Здесь неправильно пропустив, здесь не дожав. В общем, поэтому я всегда рекомендую базу. Но можно, в принципе, обойтись и без нее. Вот таким образом ставится она на ремень. Отстегиваем, ну, в обратном порядке, соответственно, все это делается. Здесь вытаскиваем. Здесь высовываем, и, соответственно, можно ехать. Также эту люльку можно ставить на коляски от Максикози. Ну, очень много брендов, куда можно ставить Cybex и Максикози. Здесь вот есть специально даже кнопочки, чтобы снимать, ставить ее. В общем, с этим все хорошо. Соответственно, все, что хотел вам показать, рассказал и показал. Мое мнение короткое об этой люлечке. Я вначале уже сказал, что мой выбор был в пользу люлек Максикози, сделан в свое время. И
того же рекомендую вам хотя бы не точно определиться уже, вот по-любому, чисто из моих слов, но при выборе обязательно посмотрите люльки этого бренда, потому что они действительно очень крутые и интересные. Сейчас у нас вот появился еще один топчик, скажем так. Ну, это действительно одна из лучших люлек на рынке сейчас. Просто одна из лучших. С прекрасными краш-тестами, с прекрасным положением ребенка, с красными, классными материалами. В общем, на самом деле сложно придраться к ней. Но, естественно, она не стоит 3 копейки. Ссылка внизу на мир автокресел в описании я добавлю на базу и на отдельно эту люльку. Две ссылочки вы увидите. Ну и посмотрите. Ну и то, пол айфона нового, как бы, комплект получается. Поэтому я не считаю это дорого. Многие как бы, ой, что за на год отдавать. А на год телефон за 120 тысяч покупать не нормально. Ну, кому-то нормально. Вот, поэтому, как минимум, если хотите максимум получить, то обратите на модельку Coral внимание. Ну, а я, собственно, завершаю свой обзор. Если вам понравился обзор, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал. Если у вас какие-то вопросы есть, пишите в комментарии, я там с вами пообщаюсь. Вот. Ну, а вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора автолюлик для вашего ребенка. И всего вам доброго. До свидания.